Работая в новой манере, отказавшись от традиционного иконного письма века, черниговские художники смогли сохранить в своих работах то удивительное единство целого и частного, которое и было всегда одним из основных достоинств древнерусской живописи. В настоящее время, свободно импровизируя и опираясь на все доступные источники, используется манера западноевропейских художников и традиции написания русских икон. Расширены стилистические возможности не только за счет развития национальных традиций, но и за счет использования опыта всей мировой миниатюры. Каждое изделие разрабатывается индивидуально и уникально тем, что в большинстве случаев выполнено в одном экземпляре. В каждой работе мы стремимся возродить наши украинские раритеты, а именно это лежит в основе названия «Мастерской раритетов». Основная техника работы художников построена на живописном приеме лессировки, который еще в 15 веке использовал Леонардо да Винчи, работая с картиной «Мона Лиза». Работы выполнены на мягких породах лиственных деревьев, это таких как липа, береза, ольха, высушенных в естественных условиях 5-6 лет. Для работы используются только масляные краски. Кисточки в большинстве случаев делаются художниками вручную. Используется колонок или белочка. Наш труд высоко оценен православной церковью. За заслуги перед украинским народом и украинской православной церковью мастерская награждена грамотой митрополита Киевского и всея Руси, Украины, извините, предстоятеля украинской православной церкви митрополита Киевского Владимира. Также архиепископом Вышгородским, наместником Свято-Успенской Киево-Печорской лавры Павлом было дано благословение на труды праведные. Мастерская имеет ряд весомых наград. Она является лауреатом общенационального конкурса «Высшее качество», лауреатом международного академического рейтинга популярности «Золотая фортуна», награждена международным дипломом качества третьего тысячелетия Ассамблеи тепловых кругов Украины за весомый вклад в развитие духовности, национальной науки и культуры. Мастерская награждена орденом Святая София. Вот Монаховой вручен в Харькове был орден Святой Софии. И мы хотим всех вас пригласить посмотреть эти прекрасные работы и прикоснуться к прекрасному, великому искусству созидания. And you're all welcome to have a look at the art objects. We shall part of the school. With her at the exhibition she organized for this particular
masterpieces, and the embassy felt itself that we should assist and promote this on our side as well. Then we co-organized this event today with the help of Premier Packaging and Design International Ltd. So please, I do welcome Valeria, and I'd like you, thank you so much, Julia, to say a few words of the company and the work you're doing for promoting Ukraine in the United Kingdom. Thank you very much. I'll be delighted. We're very proud today to present these beautiful masterpieces, as you all can agree, which are here and there for your enjoyment. I am saying today that we have probably in this building today the best of Ukraine, because we have beautiful masterpieces and lovely art objects. Plus we have exclusive fine wines from Ukraine, which many people wouldn't think can be made in Ukraine, but it is. And you're all very welcome to taste it and to judge your opinion as well. So I would like to say thank you very much for all guests coming here today. And special thanks, of course, to the Ukrainian Embassy. Special thanks to all the staff here. And special thank you to Julia Bilinska, because without her help and without coordination and helping us to organize this event, we're not going to be able to be here today. So enjoy your day, and I hope you all fall back today, remembering about Ukraine in a very, very good way, and knowing that they have very, very beautiful, exclusive products to bring to the United Kingdom. Thank you very much.